1991 году Елена Соловей переехала на постоянное место жительства в США. А теперь мне трудно даже думать о том, чтобы вернуться. Я уже не молодая, а совершать какие-то поступки мне становится все сложнее, прокомментировала Елена. Сейчас актриса преподает русский язык детям эмигрантов в собственной творческой студии недалеко от Нью-Джерси и периодически скучает по актерской жизни. Соловей откровенно призналась, что злоупотребляет сладким и мучным, а худеет только если собирается куда-то ехать. «Я в этом отношении человек очень неорганизованный. Увы, за собой я никак не слежу», – заявила актриса. А впрочем, набранные в США лишние килограммы однажды принесли актрисе эпизодическую роль в легендарном сериале «Клан Сопрано».